У День ведов у каждой школе Могилевской области прошли урочистые линейки. У них брали удел гости, представники улады и разных установ. Каб быть счастливым вучням, треба учиться и мкнуться до лепшего. Такие парады давали першеклассникам у их самый первый школьный день 1 вересня. Я считаю, что это праздник всего мира, потому что День знаний – это действительно тот день, к которому готовятся и родители, и учителя, и дети. И особенно этот день тревожный для первоклассников, которые идут впервые сегодня, значит, в храм науки. Больше за 36 тысяч учеников пришли у школы областного центра. У Могилеве отчинили свои двери 150 навучальных установ, и одна из них – гимназия номер 3 на Ленинской. Урочистую линейку гимназии упрыгожили разнокаляровыми шарами. Але самое пригожее тут – это радостные дитячие твары. И выход першоклассников – самый хвалюющий момент. Меня зовут Вика. Идешь первый класс? Да. С радостью? Да. Будешь любить школу? Да. А ты будешь любить школу? Да. За что? За то, что там можно всему научиться. Там занимаются и растут. Першоклассники читали верши, это вельми кранально. Батьки хвалявались и неоспынно сдымали нащадков на все махчимые камеры. А наставники мерковали, как заробить своих учнев счастливыми. Создавать все благоприятные условия, чтобы они всегда приходили на занятия с улыбкой и чтобы уходили с желанием снова вернуться в школу. Линейка у День ведов – это падение не только для самых маленьких. Хвалюются все. 11-классники делились с молодшими подарунками и опытом. Ну, я бы пожелал просто, ну, как обычно, хороших оценок и успехов в школе, чтобы они как бы слушались родителей, выполняли домашние задания, а дальше все будет хорошо. В учни старших классов гимназии наладили на линейке целый перформанс, где продемонстрировали свои таленты у самых разных сферах – у спевах, танцах и спорте. И нареште первый звонок, и небо над гимназией городом расквітніло. И после такого святочного момента начинается учеба. Что денно и серьезно, каб веды были на кары життю. Илона Иванова, Виталий Алексеенко, Новини регион.